Всем привет, дорогие друзья! Выживание с модами, с динозаврами и с Русиком. Русик, привет! Всем привет, друзья! Русик у нас теперь турбомопсик. Впрочем, как и я, два турбомопсика выживают с динозаврами. Так, сегодня что мы будем делать? Мы будем кататься вот на этих страусах. Пошли на страусах кататься, вот здесь они. Сейчас, они снизу. It's my страус! Залазим на страуса и... Блин, поехали, поехали, поехали. Они очень шустрые, смотрите. Нельзя как... на них кататься, или можно? Нельзя, офигеть. Ты охренел? Они, смотри, как прыгают. Они летают, они летают. Ну, они прыгают просто высоко. Они летают. Прыгают. Да? Давай за мной тогда. Лёшка. Турбомопсики на страусах. Стой, стой, стой. Наша задача сейчас, короче, обустроиться в пустыне, построить пустынный биомный дом. Выживание в пустыне хочу. Вот, рядом с лавой, иди сюда. Вот здесь лава есть. Мы ее будем для освещения использовать и для всего остального. Слезаем со страуса. Давай тогда тут маркер поставим. Погоди. Давай. Как ставить маркер? Waypoint. Add. Ставишь. Какой нахрен waypoint? На M нажимаешь, там waypoint будет. А, вот так бы и сказал. Где waypoint? Все, я пошел этот делать. Добывать дерево. А, да, деревья принеси мне тоже. И кустики. А что я-то тебе должен все нести? Давай сам. Работай. Где ты видишь этот waypoint? Тут зимний биом, короче, есть. Да. Сейчас бы в другой мир бы сходить. А, и вот там он, набрать блин. Дерево. Слышь? Ты меня слышишь? Так, почему маркер не поставился? Ой, сколько тут девок. А, вот все. Сколько тут девок? Девки где? В пустыне. Тута! Я лечу к тебе. Waypoint я поставил, короче. А, вот девки, девки. Надо их приручать. Ты, тут их так много. Девки, хотите прокатиться на моем страусе? На бэхе на моей, да? На бэхе на моей. Смотри, сколько тёлочей. Цветочек! Стоямба! Цветочек. А ты где сам? Я цветочки ищу. А, вот, деревья нашел. Опа, что-то сейчас бомбануло жестко. Чего тебе там бомбануло, бомбануло? Вот не еле знаю. Я нашел, короче. Ты трикопитейтер не установил на свой сервак? Вот, я хотел поставить. Я тебе не дал же. Ты мне ничего не говорил насчет этого. Я тебе сказал, если леща получишь, если поставишь, ты там... Да, ой, да. Да не было такого, че ты? Ну могло же быть. Не могло. Представляешь, ты там сидишь в своем братске, и тебе лещ такой прилетает. В окно залетает, да. Ой, сколько... Слышь, чувак, я сейчас, прикинь, с цветочками возле девок пробегаю, они все за мной идут. Забей ты на этих девок. Смотри. Подлагивать, может, начнет. Где? Не лагает. Отлично все. Офигеть, их сколько! Я их все сейчас в гарем наш заведу, давай. В гарем? Да, блин. Ну давай, заведи. О, строй гарем, гарем строй. Гарем? Давай построим гарем в Майнкрафт. Точно. Давай. Я тут дерево рублю, работаю, он там с тёлками развлекается. Чё за фигня? Да. Кстати, ты темнеет, сейчас посмотришь. Чувак, нам нужно как-то... Сейчас мобы начнут страшные появляться. Слышишь, ты сейчас добывай дерево и строй, короче, этот, ограждение. Мне не до ограждений сейчас будет. Да ты сейчас увидишь. У нас даже стандартных ресурсов нету, представь, стандартных. Ни лопаты, ни кирки там. Давайте, девочки, за мной все. Все девочки за мной. Идите к дяде ежику. А почему к ежику-то? Как почему? Я ж тут главный. А ты где? Я вот, ну, далеко. Там через девок пробежал в лес, там, короче, лед был, елки. Ага, вижу, веду тебя баб. Да не надо мне, я не баб, пока что. Девочки, развлекаемся. Ты их в наш дом заведи, где у нас этот стоит. Рядом с лавой. Ага, прям лаву, да, заведи. Гори в огню. Гори в аду. Блин, мне надоело, так медленно добывает. Ну нахрена ты их сюда припёр? Мы сейчас вылазить будем очень трудно. Всех тёлочек, блин. А чё они умирают? Много. А, они восстанавливаются. Сейчас с едой как, что-нибудь добыл? Нет. Тупой сутенёк. Ай, больно. Работай. Выведи их отсюда. Чё ты их... У меня будет свой гарем с блэкджеками и с девочками. Нет,
Да, со шлюхами вообще-то говорил. Но я так, с девочками говорю. Сколько их тут вообще, да? А! Динозавр, 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 динозавр! Спаси, это спаси. Вообще, это вообще утка какая-то. Скорпион, блин, какая нафиг утка? Она еще ядовитая, у меня оружия нету. Она меня укусила. Помогай. Вот, правильно, мопсик атакует. Что она? Все, я ее убил, я всех зарешал. На, это я ее убил. Она не будет моей, убиваю. Тихо, ты охренел? Она не будет моей. Смотри, там огромный, огромный скорпион. Видишь? Да. Громадный. Это... Как мы выживем в пустыне с такими... Блин, чувак, блин, ты идиот со своими тёлками. Давай. Нам срочно нужны ресурсы. Причем очень срочно. Ты написал тот мод, чтобы у нас не терялись вещи? Код. Ай, нет еще. Я не помню этот код. Идиотина. Нам конец. Спасите. Фу, надо скорпион! Гони его от меня. Ай! Полсердечка! Полсердечка! Беги. Он девку бьет. Ну и тем лучше. Она отвечает хорошо. Я тебя вижу. Девка, иди сюда. На тебе меч. О, спасибо. Сражайся. Не, лучше топор, топор бы дал бы. Не до топора. Ну, я не дам. Сам копай. Я не дам, я не дам. Не проси, я не дам, я не дам. Лучше ноги выноси. Кстати, ребят, кто смотрит нас впервые, ссылка на обзор мода и как его скачать, инструкцию будет под видео. Также ссылка на канал Русика и на текстурпак. В общем, смотрите описание видео, там много чего интересного. Что-то мобов очень много, как тебе? Блин, вообще? Я тебе что говорил, здесь их не то что много, а ты, блин, с тёлками возился. У нас темнеет, нам выживать надо срочно. Нам вообще нужно сначала добыть этот аметисты в шахте, потом тпшнуться в другие миры, добыть рубин. Ай, меня убили. Смотри, тёлча. Ладно, я в твою сторону бегу. Я убью скорпиона тогда. Ой-ой-ой, он очень сильный. Мобов. О, офигеть, большой скорпион. Все, я убегаю. Ты его сюда только не приводи, блин. Не, он за мной не бежит, он там... Кстати, мне хавать нечего. Он с овечками там разбирается. Жрать хочу. Я в другой мир ушел. Я нашел этот. Кого? Зомби. Я рад. Я его сейчас сожру. Иди сюда. Ты мой обед, зомби. О! Теперь наша жизнь имеет значение. Почему? Страус. Потому что у нас дерева очень много. Почему? Ты срубил какое-то высокое дерево? Ну, как всегда. Ты трикопитейтер врубил? Нет. А чё? Я в другой мир сходил. Сколько успел? Там стаков, например, дерева надо? Стаков? Ты охренел? Ну да, у меня как бы там пока что сейчас 10 стаков почти дерева. Ого. Ну тащи все. Блин, сейчас... мне эти мобы надоели. Ну зомбаки. Они спавнятся и на меня. Любят тебя твои подписчики. Мои подписчики не зомбаки. А! Исчезни. Меня убьют сейчас. Всякие тебя смотрят, ты чё? Взрослые даже люди смотрят и... Эй, слушай, спасай меня, у меня два сердечка, и меня окружили зомбаки. А я ничего не... О, алмазный блок вижу. Блин, я не знаю, что делать тебе. Я жру зомби-мясо. Да, я пока за едой схожу. Какой алмазный блок? Ты что, в другом биоме? Ну, в этом биоме, в раю. А, понятно. Ну там тоже... А, там нет уже. Нет, там есть, на самом верхушке дерева. Мобы. А, тут нету мобов. Блин, может, тут... тебе тоже сюда ко мне? В этом мире. О, давай в это. Он давай с лопатой этом... на меня идет, зомби. Причем давай помнишь... в этом мире жить. Как думаешь? В этом мире повыживать. Ну, нет, мы должны в этом мире в этом жить? Суровом мире со скорпионами. А, и с шлюхами. И с блэкджеком. О, снежки. Тут за мной толпа зомби гонится, но я ничего не могу им сделать особо. Помнишь, в прошлый раз ты, короче, все сундуки обворовывал? Я не обворовывал все сундуки. Теперь это я делаю. Блин, чё он не залазит на курицу? Ну, на курицу говорю, на эту.
А, она, я понял. На страуса. И, короче, бегу тут по кругу, пытаюсь выжить кое-как. Жру зомби-мясо, пытаюсь пополнить здоровье. Я скоро сдохну, в любом случае. А я тебе ничем помочь не могу. Я сейчас, короче, сделаю шахту и зарою с нее. Только так мой. У меня единственный шанс выжить. Че, давай я к тебе тогда? Я просто еды там взял немножко. Я как он, ты занят сейчас. Я сейчас ты умру. На мышку клацаешь. Ну умрешь, так умрешь, что такого? Все равно у нас ничего такого нету. Фух, я заперся. Я могу выжить. Нет. I love you, или как там? I'm live. А. Все, фух, я заперся. Фух, ребят, не знаю, кто за меня болел, кто не болел, я выжил. Я уже выживу, надеюсь. Что за тебя болеть-то? Ну, если вы здоровы, поболейте за меня. Летом. Это ты у нас любитель болеть летом. Поленой. Меня, короче, окружили мобы, я пещеру тут вырыл. И спокойно себе выживаю, вообще мне хорошо. Кто летом болеет? Ты? А ты о чем вообще? Я еще соль нашел. Нюхай. Нюхай. Ты хорош там в других биомах, иди помогай мне выживать здесь. Сейчас, я сейчас. Мне жрать нечего, я только снег могу похавать, не более того. Ну, тебе достаточно. Снег похавать? Да. У меня пол сердечка, приколись. Ну, нормально. Кстати, меня спросили сделать подлиннее серии по 30 минут. Как думаешь, стоит? Стоит, думаю. Если просили, то стоит. Конечно. Давай попробуем. Так что, ребята, кому какая длина серии нравится, пишите в комментариях. Вообще, какая серия вам больше нравится, да? Ну, можно и так, да. Но лучше длину серии, сколько вы считаете нормальным для продолжительности видео. Там, 10, думаю, оптимально 15, 20 30 минут. Минут. 30, ну, может быть и 30, но мне 15 как-то больше привычно. Ну, от 15 до 20, да? Ну да, где-то так. Обычно мы снимали постоянно. Ну, в основном так и снимают. Угу. За это время можно много чего сделать. Но мы с тобой ничего не можем. Слушай, мы так слабо будем развиваться. Знаешь почему? Потому что мы умрем и будем терять вещи. А я потом не серии сделаю. Окей? Потом. Просто мне сейчас лезть это все, смотреть. Ну, я же не записывал. Такс. Блин, я тут копаю шахту, но ни хрена ценного не нахожу. Блин, потому огромный паук меня приколол, конечно. Не умеешь ты. Надо его замочить, короче. Ну, не паук, а это. Скорпион его. Размером с автобус. О, я нашел этот. Кого? Блин, говори, не томи, быстрее. Зря я нашел. Меня убили. Луком. Я нашел. О, здесь день зато. Все, блин, будем заново выживать. Я не буду искать то место. Заново выживать. Я все равно ничего ценного там не накопал. Ты в раю? Да, а ты где? Как думаешь, в этом раю можно жить, а в другие миры ходить, убивать мобов, добывать ресурсы? Ты хочешь жить в раю? Блин, я тоже хочу в рай. Ну, кто не хочет в рай, скажи мне. Ты через какого муравья туда? Ну, коричневый, как всегда. А я в ад попал, помнишь, с драконами, со всеми алмазными блоками? Ну? Я сейчас, короче, руби добуду. Вы мне надоели, ты что, короче. В другой мир ушел? Ага. Нафига так жить? Это ад просто, а не рай. А я пока еду тут добываю, тут деревца еще добуду. О! Кит-стартер нашел в этом мире. Что это такое? Ну, кит-стартер. Ты не знаешь, что такое кит-стартер? Кит-старт? Ну? Не знаю. Ой-ой-ой. Ну, думаю, столько нам дерева хватит. Дерево? О, я муравейники нашел. Тебе нам нужны же они? Да, кстати, в доме можно разэтывать муравейник и жить. Как боженька. Вот три муравья. Я ищу теперь алмазные острова. Алмазные острова? Ну, да, помнишь, где мы руби добывали? Да. Ну, зря. Зря. Зря? Думаешь, что у меня все равно ничего нет, мне не жалко умирать. Тут нету островов. Что за фигня? Может, они не прогрузились? Острова? Наверное. Вообще супер плоский мир. А дальше пробеги, они там дальше будут.
Да я... Дело в том, что я уже пробежал. Летают птички. Угу. Бабочки. А, вон они, острова. Ну, до них добираться. Ой-ой-ой. Ну, имеется в виду высоту, они очень много блоков. Эту серию мы посвятим добыче ресурсов, да? Ну, эту, естественно, и обзору такому. Я тут землю покопаю немножко, чтобы на острова-то подняться надо. А я пока еду. Самое главное, буду добывать еду. Окей? Еду. Ты в раю добываешь еду, ты охренел? Там юка грязи. Надо было просто так постоять на месте, короче, они... Ферма. Помнишь, ты хотел ферму? Конопляную? Ну, а какую еще? Так, аметист я вижу. Ну, чтобы его добыть, нам нужна алмазная кирка, по-моему, да? Ну, да. Блин, ну хреново. В принципе, там. Я с собой возьму, короче, попкорн этот. Вон дракон, ребят, смотрите, он очень опасен. А, не, этот не опасен, этот не атакует. А вон там маленький островок рядом с драконом. Нет, я туда не пойду. Опа. Так, а тут что? Руби. Руби тоже нужно, чтобы добыть... А, вот алмазный... А, это не алмазный блок, фу. У тебя железные кирки-то нету, чтобы добыть алмазный блок? Да у меня ничего нету. О, изумруды. Кстати, да, у меня нету ничего, чтобы я мог скопать. У меня только деревянная кирка. А что с ней можно добыть-то? С деревянной киркой? Вон железо я вижу. Ничего. Если кирка, то ломай, короче, этот биом эти. Ну и все, в принципе. Прикинь, в этом биоме есть, ну, в раю обычные коровы. Мы же их видели. Не, обычных коров мы не видели. Видели, я видел. Я еще молоко пытался добыть, помнишь? Нет, не с обычных коров. Я с обычной там рядом был и необычная. Я с необычной пробовал. Ну все, ладно. Остров разрушился, когда я добыл один блок. Ну это хорошо. Ну он как бы не упал. А ну, разрушился. Это нехорошо. Исчезло без следа и следствия. Так, а где тут вообще чё? Чё, гоу в обычный мир? Ты охренел, я сейчас буду добывать руби. Какой руби? У тебя нету ничего, чтобы руби добывать. Ща я уже скопал камень, печку сделаю и железо переплавлю. А я пока тогда это добуду, как они. Эх, ты же хотел ферму делать, помнишь? Помню, но для этого нам нужна рубиевая броня. Зачем, чтобы ферму делать? Опасно, что ли, это вид деятельности? Так, я сюда печку ставлю, уголь и все. А, мне нужны эти же ресурсы. Ну, о, картошка, картошка. Точнее, о, какие-то саженцы, прикинь. Какие саженцы? Не знаю, какие-то. Какие-то. Так, все, я пошел, короче, добывать железо. Такая, что такое? Блин! Что такое? Мне бабочка скинула с высоты. Ой. Бабочка с высоты тебя скинула, офигеть. Беспомощный такой. Остров разрушился. Ну это норма. Как мал, это как она. Ну я понял. Блин, хреново. Офигеть, помнишь? Подписчик наш говорил, что есть, короче... Алмазное дерево. Да. Ты я нашел его? Нашел. Да? Да. Как отлично. Оно выглядит? Отлично. Выглядит она золотом. Большая такая дерево. Большая такая дерево, ты с ума. Вообще, тут ступеньки алмазные. Ого, из алмазных блоков, что ли? Да. Вот засранец. Давай сюда. Нет, я буду сопротивляться. Тут столько алмазов наверху. Нет, я буду в этом мире жить, все. Ты не помнишь аметист, как мне его добыть? Пипец, ёпта, мне бы сейчас железо... Ну, алмазы не самый ценный ресурс в этом моде. Ну, а тут-то она вообще четкая. Вот этот урод меня скидывал, и он меня убил. Все. Давай ко мне. Нет. Да давай, ты посмотри там. Тут жужжалки, короче, которые убивают меня. Давай в мой мир, сюда. Нет. Да давай. У меня муравьев нету.
Ты как это, смотри, те друзья зовут купаться. Ты говоришь, у меня трусиков нет. Трусиков, за мной гонится орда этих ужасных злых бз-бз-бз. От которых я еле убежал. Фу. Короче, если быстро пробежать, они не успевают спауниться. Чтобы алмазный блок скопать, обязательно железная кирка? Можно? Обязательно. Блок. Давай сюда, так что тут есть алмазы. Давай сюда, Васян. Нет, я буду сопротивляться. Тут очень большое дерево. Это, помнишь, которое мы дерево-то находили? Только оно в два раза больше. Да мне тебе еще там найти нужно. Да, а ты рядышком заспавнишься. Нет. Да, прикольное дерево вообще. Я буду тебя сейчас искушать этим деревом. Ладно, поставлю тут метку, типа это наши ресурсы будут тут. Так, waypoint. Блин, назову... ну где же железный остров? И без этих бж-бж-бж. Жужжалок. Страх. Все, назову халява. Все. Это не халява. Это халява. Их еще найти надо. Алмазное дерево. Ну, халявно. А здесь хоть бы железо, хоть бы железо. Что-то желтая руда какая-то. Железо хочу. Я тоже. Ты тоже сейчас железо ищешь? Ага, чтобы кирку, чтобы добывать. А, ты не смог добыть алмазы? А чем я тебе алмазы буду добывать, скажи мне? Я не могу залезть на дракона, надо его приручать. Тут совы. Блин, ну где? Это золото, нахрен не золото. Я хочу... О, вот муравьишки. Я, короче, пошел в обычный мир. Не, ко мне давай. А где тут железо? Так, а, мне же нечего уже. В обычном мире можно еду подобывать, конечно. В обычном? Да. Да ну, тут лучше. О, дракон. Как... О, чувак, я нашел огромного клеща. Достижение, блин. Вот я дерево нашел, эпичное. Какое эпичное, тут клещ размером с, не знаю, с автобус, как обычно. Какой автобус? Огромный автобус школьный. А, желтый такой, американский, да? Ну да. А, все ясно. Тут всяких дракошек дофига. Тут очень... Блин, это вообще круто. Я сейчас в алмазном сете уже ходить буду. Болотный биом очень опасен, короче. А он есть вообще? Вот, я нашел. Тут летают всякие пчелки. Я нашел шахту. Сейчас здесь попытаюсь найти железку. Так, ладно, буду переплавлять на досках, на досках. У меня потому что их очень много, очень много. Я нашел... Эту. Так, пока раскопаем тут. Скинул все ненужное. Например, это. Цветочки мне не нужны. Тоже тогда. Все, уже цветочки тебе не нужны? Да, не нужны. Саженцев возьму, поесть возьму. Так много топоров. Очень много топоров. Все ненужное скину. Это тоже скину. Ты что, решил алмазы топорами рубить? Ну, а чё, не удивляйся так. Нашел он алмазное дерево. Сейчас я найду рубиди и всякие интересные штучки. А там наверху, мне кажется, что-то есть вообще. Так, здесь сюда нельзя. Блин, у меня еда кончается, мне жрать нечего. Ой, я лопатой охочусь на этого, на паука. А он прыгает и меня убивать хочет. А я себе сет алмазный сделаю. Я нашел железо наконец-то. А я сет сделаю. Ты не успеешь. Я уже сделал. Да? Как ты его добыл? Легко. У тебя железа не было. Да я железо-то нашел. Ах ты, тварь. Сварщик? Тварь. Сварщик. Сварщик. С каких пор ты сварщик? С тех пор, когда я сварщик. Ты меня понял? Сварщик, парень работящий. Сварщик. Обидел. Так, все, думаю. Работящим парнем. Все. Давай ко мне алмазы добывать. Алмазы добывать. Нахрен нет. Это где взорвалось?
У тебя что-то взрывается. У тебя пукан, как всегда, взрывается. Крипер. Антипукан бомбящий. Тихо, мне страшно тут. Я не хочу сдохнуть, короче, с такими ресурсами. А кто хочет, скажи мне. Ты. Ты что, угораешь? Сдохни, тварь. Я знаю, что сделать. Я здесь сделаю пещерку, в которой буду выживать. Ну, как выживать? Спасать свою шкуру. У меня есть некоторое количество необходимых ресурсов. Я тут замруюсь. А я какие-то тоже блоки нашел. Все, отлично, ребят. Теперь мы поставим здесь муравейник, пусть там спаунятся муравьи, а я буду здесь пока выживать. Но муравьи, они опасны тем, что они, блин, кусаются еще. Я богач. Почему? Титаниум блок нашел. Тут их вообще море. Мы его не умеем использовать. А мы научимся. Мы научимся. О, муравьев заспаунилась куча. Не-не-не, ребят, пошли вон отсюда. И, знаешь, ураниум блок есть. Ни тот, ни другой мы использовать не умеем. А я научу. Я муравьев убиваю сейчас. А я тут пока добуду. Так, ладно, поехали. Будем куда? Крафтить печку. Плавить железо. Не, я вообще, я богач, а ты нет. Пошел ты в жопу. Кстати, пора заканчивать серию немножко. Ну, только мы раздельно закончим. Почему раздельно? Ну, потому что мне тут далеко до тебя потом переться. Зря я сожрал паучий глаз. Ох, зря. Паучий глаз зря съел? Да, почему? Он восстанавливает хп, но отравляет. Восстанавливает хп, но отравляет. Ты сам себя слышишь? Ну да. Ну да. Он вреден для здоровья. Ну как бы все логично. Он же хп восстанавливает. Все, я короче кирку зафигачил. Ой. Только. Только, блин, я сейчас рубиди пойду добывать в тот мир. Он тут на деревьях спавнится, а ты... Все легально хочешь, да? Когда тебе все легально. Когда тебе предлагают нелегально. Нет, я, мы же с тобой соревнуемся, кто лучше. Давай. Вот, я лучше. А рубиниум это тут твой. Он не самый тут лучший. Руби? Да. Ну, есть ультиматум, но его не добыть хрен знает как. Нигде. А ультиматум там нужно смешивать. Да, что-то там. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 2 пакетика дотиламиновой кислоты, да? Чего? Ну, я понял. Смешивать. Мы все смешали. Кстати, 27 минут уже идет серия, можно закончить. 27, 46, 47. Чего? Да забей. Шутку не понял. Да, кто-нибудь понял? Ты один не понимаешь моих шуток. Какашка. Шутник. Остался непонятым. Знаешь, что тебе хочу день сказать? День или ночь? У меня ночь. Это плохо. Почему? Я не хочу ночью выходить. Страшно, да? Ну, не хочу. Может, у каждого разное? Пояса разные? Да, не может быть. Я, короче, тут три муравейника посеял, блин, только нифига здесь не спавнится ничего. Должно спавниться. Угу. Должно, но не обязано. Сегодня у меня серии по Майнкрафту не было. Сегодня 25 число. И что была серия. Кстати, давай заканчивай. О, вот муравьи, все, я пошел. Давай, все, я пошел к автобусу. А, нет, давай в следующем. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей серии я пойду добывать руби и наконец-то обгоню этого алмазника дешевого. Дешевого? Дешевого. Ты издеваешься? Кто болеет за меня, пишите в комментариях, кто болеет за Русика, не пишите ничего. Ну, спросил у тебя, тоже сравнил, у тебя аудитория 26 с лишним человек, 1000 человек. У меня железный бюстгальтер теперь, я турбомопсик с железным бюстгальтером. Ладно, ребят, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и комментируйте. Всем пока. И не забывайте поделиться этим видео с друзьями. Пока. Теперь точно всем пока.